В этот раз заседание проходило в формате видеоконференции. Главы служб отчитались о готовности и озвучили основные направления работы в новогодние и рождественские дни. Помимо традиционных мероприятий, связанных с предотвращением террористических угроз, безопасности дорожного движения и охраны объектов жизнеобеспечения, был сделан особый акцент на соблюдении ограничительных мер, связанных с COVID. Для предотвращения массового скопления людей в Новый год наряды полиции будут усилены в местах установки елок на улицах, в том числе и на придомовых территориях. То же самое планируется сделать и на Рождество рядом с церквями и храмами. В связи с возможностью увеличения туристического потока, губернатор области порекомендовал особое внимание уделить отдаленным туристическим маршрутам. У меня просьба УВД вместе со всеми заинтересованными структурами совместно с главами муниципалитетов в ближайшие 7 дней определить такие точки, где есть такие повышенные риски и террористические, и вообще нарушения правопорядка, и принять меры на новогодние праздники, рождественские праздники по обеспечению там повышенной безопасности.